Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Лиз, Лизка, Лизка, куда мы едем? Тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный ком. Делами накрывает с головой. Слышь, время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из еще раз на меня так посмотри. Напомнить нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы факели. Ну короче, мы приехали, мы попали под жуткий дождь. Все вещи мокрые. Все мокрое, мы все мокрые. Вчетвером в палатке, там двое. Ребята, пошевелитесь. Все, живые. Я вам на будущее. Будете вспоминать. Да, и проклинать. А это и будет под музычку. Мне нравится. Да. Забот, а тебе нравится? Июль, 13-й Ранний Саша, гитарист, террорист. Тарелочка вашей ручкой. Время без забот. Среди белых скал наш секретный порог. В эту одиссею прыгнуть прямо на дно. В общем, возвращаемся в каменный век. И волны пакали. Что? Крутил, упал. Никаких потерь, просто вот наступает время разложить вот эту жизнь по местам. Сам себе могила. Скрытая камера. Изведать мир, да не только пола. Палатка, нет причин, это палатка, это фиг вам, фиг вам. Красоты, если хотим мы напиться свободы, пакуй зеленый чемодан, огненная вода. Медитируешь? Из ушей воду кувырок. Именно так же. Не верится, что дома был еще вчера. Дня, и точно уж в реальность верится с трудом. Обычная здесь жизнь. Очень красиво, но нам идти дальше. Построй свою любовь. Ныне, не только на танцы, если хотим мы. И мы счастливы. Везде оказаться, покусим. Саль Трамбат, да? Чемодан. Какая? Задрот. И сейчас мы немножечко пройдем вперед по ручейку. Немножечко, метров 200, и поднимемся наверх. Банки, банки, но мой чемодан открыл все границы, даровал свободу, ведь с ним в любую страну. Хоть и пешком, зато безвизовый вход. Теперь мне в кайф зафотать свой фейс на фоне мест знакомых немногих. Лучше спроси себя на кой. Кто жрал пластилин у меня в садике? Вот она. А, мне кажется, я был, блядь, не тёрен, я уже похуй. Пум-пум-пум-пум-пум-пам! А вот там я в Луганске живу, да? Вот, Настя, куда ты, Настя? Куда ты, чёрт? Надо, короче, на ту гору. Мы дома. Touch me. Touch me. Итак, фамилия, имя, отчество, четко. Ползи вверх по течению. Тихо, тихо. Босиком нормально. Это все пойдет в оперативную съемку. Остались самые стойкие. На мятой Ляпота. Траве стеленной покрывалами. Вокруг все. Да ну нахуй надо. Ахуй. Охуеть. Что ты задумал? Дым костра в полной луне. Под духим
звездам и шорох теней. И тут же на мой крик друзья кричали в ответ. Впереди сверкал пламенный свет.